Так, ну что же, гаечный ключ у нас теперь есть, мы с вами можем избавиться от болтов. И, кстати, всем привет. Сейчас выясним, что же это за адские крики у нас в той комнате непонятной со шкафом. Так, как-то тут мы, по-моему, шли, да? Давайте карту посмотрим, что у нас там по карте. Никто не заспавнился? Нет, противников нигде не видно пока что, ну ладно. Что же происходит в том ветхом доме? Задание мы с вами уже читали. Ладно, нам осталось только выяснить, что же это за адские крики такие. Пойдемте. Причем, как мы с вами поняли, видимо, это все-таки Дуглас. Тот шкаф болтами-то захерачил. Он, видимо, знает, что там происходит. А мы только с вами ничего не знаем. Окейушки. Блин, как бы я уже хотел с новым оружием каким-нибудь побегать. С чем-нибудь потяжелее, знаете ли, помощнее. Чтобы как выдать, так выдать. Ладненько. Ну, хотя и вдавать-то некому, честно сказать. Противники такие себе. Только тот паучело, Спайдермен в канализации, был довольно-таки серьезный противник. Чуть не убил даже нас. Слушайте, мы бы смогли с вами впервые увидеть за все это время экран смерти. Но нет, все-таки, к счастью для нас, мы с ним разделались. Так, я уже слышу. У нас где тут вход-то? Вот это что ли дверь-то у нас была, да? Да, сюда, по-моему. Та дверь, она уже закрыта, это мы с вами не пойдем. О, господи. Пожалуйста, хватит кричать, ты меня очень сильно пугаешь. А здесь бы пригодился гаечный ключ. Давайте его используем. Так, его, наверное, из меню нужно, да? Гаечный ключ используем. А нет, нам все-таки будет демонстрировать, как она откручивает все эти болты. Ну ладно, посмотрим. Опа. Все, кажется, отодвинула она. Все, смотри, здесь дыра в стене. Оказалось, за шкафом в стене есть большая дыра. Я, в принципе, так и предполагал, что здесь дыра есть. Окей, заходим в эту дыру непонятную. Сейчас мы попадем в соседнее помещение. Я даже боюсь заходить в эту комнату. Слушайте, может быть, что-нибудь взять в карман с собой? Ну, хотя у нас хилки есть. Я думаю, хватит их. Окей, пойдемте. Мы готовы ко всему. Так, ну-ка, Ая, что там? Вижу оленя пока что. Какая-то женщина, смотрите. Я бы не стал к ней подходить. Мы это уже подобное видели. Назад немножечко убавить. Что, если у нее глаза нету? Не показалось ли? Это баги какие-то текстурные. Что с ней вообще такое? Ух, кто здесь? Это девятый, по-моему, да? Ну привет, дружище, давно мы тебя не видели. Это же ты. Хе-хе, до сих пор преследуешь меня? Зачем ты убил эту женщину? Женщину? Ха-ха-ха, ты имел в виду это существо? Ну она да, она такая НМСная девочка, я такой же, как ты. Мы охотимся, чтобы выжить. Она вообще в калор оставила, эта женщина. Знаешь, сколько ты убил людей? Когда взорвал ту башню. Убийца. Хех, лишь несколько дюжин. Ты должна быть благодарна мне, девочка. Я спас Лос-Анджелес той ночью. Ну, не сказать, что спас. Кто ты? И как ты связан с этими монстрами? Ой, ты собралась убить меня? Ну, давай, хорошо, смеются тот, кто смеется последним. Им будет наша митохондрия. Вот он какой, смотри, серьезный парень. Уже с Ганблейдом, по-моему, Final Fantasy такой же был. Опа, сейчас он мне... И тебе от следа он уже попал. Мне кажется, надо использовать антитело, энерговыстрел. Все наши вот эти бафы. Так, тихо. Кого он бьет? Он довольно далеко находился. Антител стоит 6, это немного. Так, все, мы полностью под бафами. Можно пиздярить его. Так, ну-ка. Он далеко. Где-то по 31, по 32 мы ему бьем. Кстати, он, по-моему, сменил костюм. Он в Акрополисе был в каком-то темном костюме. Сейчас он уже именно в таком, знаете, пустынном камуфляжном каком-то. Ну, я пока что не вижу никаких серьезных проблем с ним. Он бьет нас вообще издалека. Он, видимо, не знает, что... когда он бьет мачете, нужно подходить вблизи. Какой-то он совсем дурашка. Нет, это изи. Сейчас он слово, он, блядь, в центре комнаты стоит. Со своим мачете. Ну ладно, нам-то легче, в принципе. Мы сейчас такого и забьем. Сколько мы ему, кстати, нанесли уже? Несколько сот дамага. Он постоянно говорит, что он такой же охотник, как и мы.
Может быть, он тоже из типом, из миста. Хер узнает вообще. Так, тихо. Нет, он вообще, он вялый какой-то. Я не знаю, кого он пытался убить этим своим мачете. Как он вообще кого-то смог убить? Только если эту женщину беспомощную. Он чуть смеется. Да он непобедимый какой-то, сколько в него нужно всадить? Чувак, ты че, давай уже падай. Ох, мне кажется, за него и XP много дадут. Закачаемся им сейчас с вами. Прокачаемся, так сказать. Все. Хех, я наконец-то понял. Ева твоя, хех. Интересный поворот. А что смешного-то? Ева? Слушай, мне как будто что-то употребили. Что такое начинается? Какой-то бред вообще. У нас с головой нехорошо. Из нас что-то лезет непонятное. Он вообще сгорел. Что такое? Мне кажется, я уже сам под чем-то нахожусь. Да, это 9-й. У него, кстати, вон сзади написано на его вот этом жилете. 0.9. Как я говорил, если он 9-й... Ой, стой, смотри, за него 800 дали. 800 опыта. Ну, неплохо. Что такое? Какой-то звук, писк. Нас в скорую помощь забрали? Нет, это маленькая девочка какая-то у нас лежит. Она Аю, кстати, похоже. Это наши сны, видимо. Самое время вздремнуть. Это мы в детстве или что это такое вообще мы сейчас видим? Опа, такие же помехи, как у нас сейчас в битве с этим чуваком были. А ее осколки не заденет, как бы, нет? Осколки тоже могут неплохие такие повреждения нанести. Что вообще происходит? Какой-то газ пустили он ей в комнату. Мы сейчас за девочку будем с вами играть, что ли, за маленькую? Будем играть за девочку. Это будет смешно выглядеть. От ее лица, конечно. Но на дне какие-то медицинские, видимо, опыты проводили. Вот что-то такое. А вот и наш Кайл. Стой, старик сказал мне, куда ты пошла. Мэддиган, это ты? Ух, можешь направить свою пушку в другую сторону. Прости. Что здесь случилось? А он ушел 9-й, что ли? Куда он делся? Он? Кроме тебя здесь никого не видел. Но... Ого, ты себя хорошо чувствуешь? Он, видимо, думает, у нас что-то с головой. Я? В порядке.
Ах да. Старик сказал мне, что в убежище находится в тех холмах. А еще он уверен, что это и есть логово монстров. Вот оно значит что, да? Логово? Холмы достаточно далеко, придется ехать на машине. Хорошо. Давай поедем на моей. У Кайла же машину сломали, он сам говорил. Дело говоришь. Так, окей, видимо, у нас начинается геймплей, да. О, посмотрите, с нами Кайл. У него даже жизнь есть. 100 он, сотня. То есть его убить даже могут. Серьезно, что ли? Так, ну противники все отспавнились, да? Да, у нас вообще по всей карте почти. Все появились. Да, слушайте. Вообще везде. Очень интересно. Ладно, пойдемте зачищать тогда. Так, а эту дверь-то можно открыть? У нас в этой комнате дверь есть. Так, ну-ка. А, теперь эта дверь открыта. Да, смотрите. Мы здесь можем выйти. Наконец-то мы ее открыли. Но девятый, он куда-то ушел. Так, здесь скорпионы. Слушай, Кайл, а ты можешь их убить? Он стреляет вообще? Он убежал вообще куда-то. Очень полезный, конечно, наш Кайл. Ну ладно. Сейчас нам, видимо, придется самим убить. Он вообще кругами бегает, он что делает? Что он, мать его, делает? Кайл, ты че? Я слышу, он стрелять кого-то начал. По-моему, в меня даже, я не знаю. Давай, Кайл, убей хоть кого-нибудь. Ты что делаешь-то вообще? Он в лампочку, что ли, целиться начал? Они его игнорируют, смотрите, они даже не пытаются его убить. Может быть, они за него? Давайте вот так вот ударим, поджогом. Опа, двоих сразу. Ты убьешь его? Да, все, убил, наконец-то. Это его первое убийство. Неудивительно, что у него НМС-машину сломали. Он даже отбиться не мог, наверное, от них. От каких-нибудь скорпионов вообще жалких. Так, кстати, у нас, по-моему, здесь две комнаты были красными, да. Вот эти две комнаты. Так, а в этой комнате кто мог появиться-то вообще у нас? Как сказал старик, значит, монстры бегут из убежища. Значит, это их самое логово, так сказать, гнездо. Куда мы с вами сейчас и будем направляться? Окей, что-то потихоньку мы с вами выясняем в сюжете. Продвигаемся, так сказать, понемножечку, по миллиметру. Ну, это хоть что-то. Так, у нас мана не хватает. Ой, какой маны? Этих митохондрий наших не хватает экспы. Что-нибудь улучшить. Что мне вообще нужно? Я бы вот лечение купил. Но оно стоит 1750. Нет. А некроз сколько? Некроз, кстати, тоже неплохая вещь. Им удобно бить всякую мелочь. Вот этих летучих мышей, там, бабочек всяких. Стоит немного, а убивает сразу всех маленьких. Неплохая вещь. Так, ладно, еще сейчас вот в эту комнату забежим. Кайл, он вообще деревянный какой-то. Так, у нас здесь кто? Бабочки. Вот о них-то я, кстати, и говорил. Ну ладно, их можно так перестрелять, в принципе. Даже ману не хочу тратить. Все, здесь были только бабочки. Ладно. Так, М4 нам дали, да? Ладушки, пойдемте. Так, надо, наверное, к машине к нашей идти. Какие там вообще комментарии у нашей Аечки-то есть? Надеюсь, моя машина в порядке. Знаете, вот это меня немножечко уже настораживает. То, что она надеется, что ее машина в порядке. Видимо, она все-таки не в порядке. Судя, исходя из ее комментариев. Здесь кто-то есть, да, здесь? Опять слышу. Бабочки, Кайл, иди, убей их. А Кайл-то у нас никакими способностями не обладает. Так, ладно, давайте подождем, когда он их убьет тогда всех. Будем экономить патроны. У Кайла-то они бесконечные, ему-то что? Он бот. Слушайте, а представьте, здесь бы был мультиплеер какой-нибудь. То есть один игрок, он бы играл за Кайла, например. Было бы неплохо, кстати. Сделали бы это какие-нибудь мододелы. Блин, так сказал, как будто мода дело. Нет, извините, мода дело, мода. Это люди, которые делают моды. В канализацию стоит идти сейчас, мед? Я не знаю даже. Или нет? В принципе, можно спуститься, зачистить в канализации. Давайте, вместе с Кайлом, мы сейчас с Кайлом бегаем. Я думаю, стоит зачистить. Одному будет... Стоп, куда это собралась? А, он нас не пускает. Разве это не твоя машина в заправке? Ладно, пойдемте, он нас не хочет пускать. Говорит, ты что, с ума сошла? Куда пошла? Не буду я тебе экспу набивать халявную. Ну ладно, окей, пойдем, сходим.
Так, где же наши машины? Я надеюсь, не все в порядке. Ну-ка, ну-кась. Нет. С ней не все в порядке. Ее какие-то зайцы-мутанты убили, кролики. Ну и дела. Да, пиздарики. Опа. Он с чего шмаляет-то, зайца аж за километр унесло. Кайл, ты что там? Блять, какие-то новые противники появились, зайцы. Зайцы, братцы, кролики. Взяли и уничтожили мне мою машину. Как мне теперь оттуда вообще спасаться-то? Хотя у Дугласа машин довольно много. Я думаю, у него можно будет одолжить попозже. Смотрите, он подвался и сносит выстрелом. Слушай, Кайл, у тебя прикольный пистолет. Мне кажется, он и использует обычный патрон, которых целая куча повсюду. Довольно экономно. Все, что ли? Больно много здесь зайцев было, они откуда повыскакивали-то? Да, все. Ох. Моя прекрасная машина. Да. И я ее только что отремонтировал. Не надо было ремонтировать ее. Они добрались даже до двигателя. Может тебе сделать из нее некое подобие настенного трофея? Итак. Что теперь? Даже не знаю, что теперь. Надо к Дугласу опять идти. Так, опыт 120 на один предмет. Бицелин. Давайте возьмем. Место заполнено. Да ладно, а что мне? Может быть, выкинешь что-нибудь? Так, целин. Устанавливать немного здоровья. Энергетик. Вспышку можно, слушайте, заменить. Давайте заменим тогда. Вот так вот. Опа, все. А ее выкинем. Кайл, что делать? Есть какие-то комментарии у тебя? Каким-то образом автозаправка осталась невредимой. Только у меня нет машины, чтобы воспользоваться ею. Ладненько. Так, здесь амуниция, я ее не буду... Кстати, а у нас багажник-то работает вообще? Лутовая-то наша любимая. Ну-ка. Содержимое багажника не пострадало. Видимо, мне повезло. Да, здесь все в порядке. Наша лутовая на месте. Можно сюда приходить временами. Может быть, сложить сюда картечь вот это? С пулевыми патронами. Даже не знаю. Оно мне нужно вообще? Давайте переместим. Все перемещаем. А то они только место занимают. Вот так вот как-нибудь. Так, ну все. Дальше у меня здесь остались только энергетики, бицелины. Все это мне нужно будет в дальнейшем. Ладно. Так, Скайл, ты тут будешь стоять? Думаю, нам нужна твоя тачка. Окей, пойдемте. Что нам сейчас дальше нужно делать? Какие есть мысли у нашей по этому поводу? Может, мистер Дуглас одолжит свой грузовик? Ну, об этом я, кстати, и говорил. Надо к Дугласу обратиться. Так, с подземку. Надо зачистить это все. Надо почистить. Пойдемте почищать тогда. Что как бы делать еще? Сейчас быстренько проспидраним все это дело. Можно, кстати, прямо из этого начать. Из канализации. Из колодца из этого. Пойдемте сейчас так и сделаем. Давайте подумаем, что нам сейчас вкачать следующим. Какую способку? Некроз или лечение? Я вот между этими двумя как бы не могу решиться, определиться. В принципе, и лечение неплохое. Опа, опять зайца. Так, стой, там сзади нас, вон есть один. Вон в того целься, пожалуйста. Блин, я перескочил. Вот это надо убивать. А они спят, что ли? Зайцы-то эти. Им как-то до балды вообще до нас. Смотрите, они что делают-то? Они как будто роют что-то. Как майнкрафтеры какие-то алмазы добывают в шахте. Так, ну судя по всему, здесь еще кто-то есть, да? Да, вот они. Блин, эти ребята даже уже до зайцев добрались. Зачем зайцев-то мутировать? Зачем это вообще нужно им? Какова цель-то их? Так, 50, 310. Слушайте, а вот с этих зайцев, с них денег очень много дают, смотрите, аж по 310. Ничего себе. Not bad, конечно. Мы так с вами миллиардерами станем. Просто охотники на зайцев какие-то опасные. Вот в этой комнате, я помню, еще были какие-то НМС. Если по карте смотреть. Ну, здесь бабочки, наверное, да, как всегда? Нет, здесь тоже зайцы, на удивление. Окей. Слушайте, ну, мне их даже жалко убивать, они как бы не атакуют нас. Они безобидные. Опа, вот так сразу всех убиваем. Полезная вещь, но маны очень много ест. Аж 14. Как я говорил, если ее улучшать, она будет есть меньше, но... Но денег тоже стоит, экспы, то есть...
Так, все, в этой комнате мы с вами тоже разобрались, окей. Осталось у нас то помещение, в котором мы через колодец выползли, последнее. А там мы уже с вами будем бегать по городу зачищать. Окейшки. Я, в принципе, думаю, мы на этой серии этим и ограничимся. Просто зачисткой вот этой вот. А дальше уже пойдем у Дугласа просить его грузовик, если он вообще его одолжит. Мне кажется, он его даже не даст нам. Потому что Дуглас это такой, знаете, парень. Серьезный, суровый. Так, кто у нас здесь? Я надеюсь, здесь большого паука нету. Который был в предыдущей комнате впервые, когда мы сюда попали. Пока что я никого не вижу. А кто здесь мог быть тогда? Ну все, опять заставки какие-то. А нет, это маленькие. Это его дети, видим, того большого паука. Он уже успел размножиться за это время, пока мы отсутствовали. Блин, они исчезают со временем. А, нет, все, мы убили. Он один здесь был, да? Я вот не понимаю, во что они растворяются. Найдены предметы. Патроны какие-то. Что это за патроны? Светлячок. Давайте возьмем светлячок, так светлячок, как бы. В машину можно их сложить. Они нам сейчас не пригодятся. У меня шотгана-то нету. А они для шотгана. Мы, кстати, дверь здесь не можем открыть. Похоже, тоннель идет дальше вглубь. Не открывается. Нет, не можем. Окей. Знаете, вот это вот не открывается. Мне это очень напоминает игру Клайва Баркера. Undying, по-моему. Блять, летучие мыши. Там просто в русской озвучке персонаж постоянно бегал и говорил, дверь не открывается. И за всю игру мы это слышали, наверное, раз 500, если не больше. Надо плазму сейчас юзануть. Да, смотрите, плазма неплохо подойдет сейчас. Опа, все. Последняя осталась. Нет, не последняя. Плазма 6 стоит. Я не буду больше ее использовать. Ну, ай, пожалуйста, отбеги. За Аю и двор стреляю в упор. Все, летучих мышей больше нету. Так, а куда нам сейчас еще сходить-то можно? Так, давайте посмотрим по карте. Нам надо как-то маршрут свой выстроить. Так, ну в гараж я, честно сказать, заходить сейчас не хочу. Там уже Дуглас у нас будет. Можно, кстати, через мастерскую. Можно через мастерскую, как бы. Давайте так и сделаем, да. Их водонапорки пойдем. Там почищать будем. Окей, у нас сегодня прям такая, знаете, охотничья серия. Мы и правда как настоящие охотники. Машина мигает очень сильно, когда мы переходим из локации в локацию. Такс. Кто у нас здесь? Мемы? А нет, летучие мыши. Мы достаем? Да. Опа. И все, да? Да, все. Вот бы всегда так, слушайте. Из чего? Так, 60, 216. Ну, денег у нас, кстати, очень много. Слушайте, мы прям так разживаемся потихонечку. Ловышечки-то. Скоро сможем себе серьезную пушку какую-нибудь позволить. Ну, вообще, честно сказать, я хотел купить какой-нибудь бронежилет. Блин, тут бабочки. Окей, давайте перестреляем их по одной. Эти бабочки, они, по-моему, слепоту накладывают, если они в нас врежутся. А куда она улетела-то, эта бабочка? Так, стойте, она прямо сзади нас. Блядь, здесь зайцы еще. Зайцы, стойте, сейчас мы с вами разберемся. Может быть, их сжиганием? Ну, я не достану, наверное, сжиганием. Ну, давайте попробуем. Опа. Нет, одного зайца оставили. Так, может быть, подлечиться? Хипы себе восстановить? Давайте так сделаем. Так, с бабочкой, я слышу ее. Где она? Вот она летит. Она не одна даже. Все. Сейчас все зачищем. Зачистим. 294. Да ладно, слушайте, я прям в шоке. А, так, у нас Барджина остался, да? Окей, сейчас через него и пройдем тогда. Потом еще нужно будет на второй этаж сходить. Сходим еще на второй этаж. Так, нет, здесь у нас крысы какие-то ходят. Может быть, сжиганием тогда опять. Сейчас сжиганием пизданем, окей. Зайцы. Слушайте, ну пока что, честно сказать, у нас серьезных противников, кроме того большого паука, вообще не было. То есть они все изичевы. Они даже повреждений нам не наносят. Не наносят. Такие себе противники, конечно. Я вот их вообще не опасаюсь, не боюсь. То есть бегу спокойно. Легкой походкой, так сказать. Так, здесь кто-то есть? Там звуки какие-то из унитаза. Кто здесь?
Здесь чилдроны опять мясные. Ну-ка, это, отходи немножечко. Надо вот это взорвать. А того мы почему-то не задели, кстати. Он нас не убьет сейчас? Нет, он не достал. Я говорю, они из унитаза лезут. Они и правда из унитаза влазят. Эти ребята. Так, бутылка какая-то. Что с бутылкой? Биэнергетик. Восполняет 100М. 100 мана нам дает. Ничего себе. Он нам однозначно нужен, этот энергетик. Потом на более поздних стадиях игры нам вот эти предметы все очень сильно пригодятся. Там уже и противники будут серьезней. И мана будет улетать, как дикая вообще. Ладно, пойдемте. Дальше. Вот Кайл, что он там встал, я не понимаю. Зачем он там стоит? Сейчас бы нам помог хотя бы. Нет, говорит, иди разбирайся, я постою. Че стоять, я не знаю. Опа, какие они. Смотрите, они прям по стелсу на нас выскочили. Ну я их сейчас просто всех сожгу здесь, да и все. Вот так вот. Если они не расползутся. Нет, все. Люблю такие моменты, когда они все прямо вот так вот в кучку, все вместе встают. Боевой... Да иди ты в жопу, боевой фонарь, зачем ты мне нужен вообще? Так, это у нас туалет, я не помню, здесь был кто-то или нет. Так, ну-ка. Пока что никого не вижу. Нет, слушай, здесь нет никого. Зачем мы пришли туда сюда? А, нет, есть, а где они? А где противники-то? Может, в кабинке в этой? Мясные дети, это мидбои, а не на потолке. Ну-ка, давай их убивай тогда. У них цепная реакция начинается, они все погибают. Знаете, мне кажется, это самый легкий противник во всей истории видеоигр просто. Бицелин, нет, не нужен мне. У него места нету. Карманов очень мало, кстати, в этой игре. Аж 20 штук всего лишь, а предметов целую кучу дают. Как так-то? Нам предметов тысячи вообще, фонари всякие, бицелина, трицелина, хуйцелина там какие-то еще. А гостиница Бронко, внутри не души. Ну хотя, знаете, если взять, например, тот же Resident Evil, там, по-моему, вообще у нас 6 ячеек, что ли, было, или 8, в компании Уджил, если мы говорим о первой части. Там с предметами все намного сложнее было. Давайте сожжем их тогда, я люблю сжигать этих ребят. Опа, все. Так, один там, значит, да? Может быть, дальнего тогда убить? Они, кстати, довольно быстро передвигаются, эти ребята. Только сказал, что они быстро передвигаются, и их что-то не видно. Блин, чуть не использовал случайно. Эту кнопку нажал, ну ладно. Бывает такое, бывает. Так, все. 50, 310, ну понятно. У нас XP уже очень много. Слушайте, давайте тогда юзать, что ли, ману. Как бы, а чё нет-то у нас? Мы можем сейчас что-нибудь улучшить себе способку какую-нибудь. А мы, как знаем, при улучшении способности ману-то восстанавливают полностью, еще и сверху накидывают несколько единиц. Так что, я думаю, стоит использовать. Так, стойте, по карте надо посмотреть. А, так, у нас осталось две комнаты, значит, да? А, две комнаты по бокам. И две комнаты еще так. Окей. Сейчас мы с вами все почистим быстренько. Ну, в комнатах, скорее всего, мелкие противники или вот те мутировавшие женщины. Опа, кони-люд. Кони-люд. Я их давно, кстати, уже не видел, этих кони-людей. Блять. Какой он резкий, да ладно, ты что делаешь-то? Кони-люд, я ж к тебе как к человеку относился. А ты вот какую подляну, да, паскудную нам подкидываешь? Так, слушай, может быть, им некрозом выдать? Ну, давайте, ладно, окей. Если я успею, да. Блин, я не успел. На нас слепоту наложили. Но мы, в принципе, можем и так убить. Мы убили прям будучи слепым. Как просто настоящий, просто какой-то стрелок Дикого Запада. Вслепую. А, я слепой глаз, можно нас назвать. Кличку такую. Захиляться, что ли? Так, кто у нас в этой комнате? А, это больше не стучит в дверь, да? А кому стучать-то там НМС? Бля, здесь опять зайцы эти. Блин, вот в таких помещениях небольших они опасны, серьезно. Они, блядь, ну вот о чем я и говорил, они могут прям наскочить на нас целой кучей. И разбить нас в хлам, в хламину. Да тихо ты. Блядь, он что, и кусается, да ладно, ты что делаешь-то? Какой паскудный заяц, а? Так, кто там? А, и тут здесь еще и лопающиеся ребята. Окей. 48 242. У нас уже 8000 денег. Здесь ничего нету, пойдемте.
Ну, я, в принципе, и пришел не шкаф наблюдать, а зачищать от НМС локации. Так, еще одна комната. И у нас останется с вами гараж. Окейшки. Так, ну-ка, кто у нас там? Кто здесь в этом номере? Младенцы опять местные. Как... Они вообще опасность не представляют, эти ребята. Младенческие. Было бы намного опаснее, если бы сюда зайцев даже напихали этих. И люди коней прям в комнату. Стойте. Блин, нет, не задел. Я думаю, сейчас заденет уже. Слишком близко мы к нему находились. У нас, кстати, ночь наступила. Так, ОО 168. А, я немножечко там придремнула, вырубилась. Что-то непонятное, кстати, с нами происходило. Как мы помним, из нас что-то вылазить начало вообще в той комнате. После битвы с девятым. Что бы это могло быть, я вот даже не знаю. Может быть, мы кого-то родили, слушайте. Может быть, она убежала куда-то. Не знаю даже. Очень интересно все это. Надеюсь, в дальнейшем нам как-то это все объяснят и расскажут. Так, сейчас я еще раз проверю, все ли мы здесь почистили. Так, ну почистили мы, да, все, у нас остался гараж, то есть. И Дуглас. Сейчас зайдем к Дугласу. Окейшки. Так, кто у нас в этом, в гараже? В гараже у нас, кстати, по-моему, дети-комары постоянно появляются. Кто там? Нет. Это не дети-комары, она куда-то вниз смотрит. Это опять зайцы. Окей, сейчас мы их сожжем тогда, если я успею. Ай, пожалуйста, успей. Вот смотрите, мы, нас ударили почему-то, у нас пошла анимация, как нас бьют. И в то же время поджог пошел. Интересная картина была. Так, сколько? 248. Может быть, у Дугласа сейчас товары обновились? Не знаю даже. Если обновились, там что-то интересное появилось, то тогда мы с вами и прикупим. Но может быть и не обновилось ничего, как бы, я не знаю. Сейчас мы с вами все увидим, все узнаем. Так, погнали. Ая. Слушайте, а ночью ведь криповей намного. Опять не... А да, здесь же не было никого на карте. Как они так? То есть невидимые даже на карте не обозначаются. Какие они серьезные ребята. Надо сжечь его, я успею. Нет, я навряд ли успею, конечно. Хотя, если вот так сделать, то... Ну, давайте, в принципе, окей. И они остановились все. А, нет, задели, слушайте, мы их задели. Блин. У них атака такая же, как и у большого у того, которого мы встретили. Но после поджога-то у них шансов нету никаких вообще. Против нашей аечки. Так, опа, 212. Окей, спасибо. Светлячок. А я, блин, я забыл выложить светлячка-то нашего. Ну ладно. Так, мне кажется, надо уже что-нибудь вкачать. Какие-нибудь способки. Так, митохондрия. Давайте смотреть, что нам нужно. Некроз, может быть. Или лечение, слушайте. Давайте лечение. Оно 1750 стоит. Задержка меньше будет. Окей. Лечение теперь второго левела. Ладно, not bad, not bad. Так, побегаем тогда. У нас мана теперь 51. Лечение нам увеличил на еще одну единицу. Окейшки. Так, с Дуглас, у тебя там как дела? На тебя там никто не напал, пока ты сидел. Они же как-то между локациями перемещаются, эти ребята. Значит, они дверь-то умеют открывать. Опа. Вот это прием. А, и ты в порядке? Более-менее. Я волновался. А уж мы-то как волновались. Слушай, с нами ничего не происходило там. Тебе нужно что-то? Расскажи про убежище. Я уже сказал все, что знаю. А тебе что-то нужно? Так, одолжи мне машину. Мистер Дуглас. Я вынужден просить вас о машине. А что теперь? Можно мне одолжить у вас машину? Ты собралась в убежище? Да. Просто отмалчивается. Тебе можно отговорить, нет? Ладно, единственная машина, которая здесь на ходу, это мой грузовик. Но у него только что начало течь масло. Вовремя. Его можно починить? Нет. Ну, если это займет некоторое время... Ая.
Смотри гостиницу, пока я... Может, ты найдешь какую-нибудь канистру для бензина. Опять там что-то было написано? Спасибо вам. Что-то было написано, но оно скипнуло само по себе. И тут, возможно, из-за русификатора. Заделы. А, ключ от вестибюля. Окей, спасибо за ключ, тебе, Дуглас. Так, давайте мы засейвимся. Такс. Кто это? Джоди говорит. А я... Здравствуй, подружка. Как же давно тебя не было вести, мы волновались за тебя. Пирс весь на нервах и бродит туда-сюда, как медведь в зоопарке. Ой, а где это он? Ну и ладно. Да, зал... Или это Хелл, по-моему. Хелл еще не вернулся. Да знаю, это очень странно. И вообще не похоже на него. Я вот думаю, а что если... Хотя не может быть. Прости, я так рада, что ты жива, а меня понесло не в ту тему. Что ты собираешься идти в убежище? Ладно. Так, давайте сеймся. Это была, ребята, у нас, по-моему, 7-я часть уже. Спасибо за просмотр. Встретимся в следующей части.